Здравствуйте. Так, где я в прошлый раз здесь сидел? Ну, здесь, скорее всего. Получаешь, что население возросло в несколько раз за небольшой
хотят быть врагом, все хотят быть меньше гореть. Но это не продает, потому что диктатор же на сезонном изменении. Как это можно решить? Пытаясь решить вопрос еще до революции, строили Мытищинский водопровод, соединяя подмосковное Мытище с Москвой. Первоначально самотеком вода текла, потом насосами стали ее гнать. Этого было недостаточно. Подрочки Московицкий водопровод построили в начале 20-го столетия, брали из Москвы реку воду, очищали ее, первые пильдры появились, но этого было тоже недостаточно. Откуда же взять огромное количество воды, чтобы не тогда пойти на чудо? Да, вода. Конечно же, из Волги. Но где Волга, где Москва? Да и люди издревле общались между собой с помощью Волга в пути, развивая торговлю, говоря дипломатию между собой. Волга относится к Москве на 100 с лишним километров, где город Волга. Это наикратчайшее расстояние. Мы решили соединять самую полноводную Европейскую реку с Москву-реку. Мы как ее соединить? С помощью канала. Канал первоначально так и назывался канал Москва-Волга имени Сталина, но через десятилетия был переименован и канал имени Москвы. Такое имя у него сохранилось и сейчас. Общая его длина составила 120 тысяч километров. Канал не такой простой, как может показаться. На наших остановках я вам покажу наглядное пособие, чтобы вы сами могли все посмотреть. Он состоит как бы из лестницы водяной. То сначала поднимается вода, ее засасывают, замерзшую на верхней доле, а потом она спускается вниз. Запомните эту цифру, может когда-нибудь пригодится. На территории Москвы уровень воды падает на 48 метров. То есть там, куда с вами будет, на 48 метров выше, чем на юге Москвы. Далее на той сфере. С помощью гидротехнических сооружений платим наши взрывы. На остановке я наглядно покажу, чтобы все видели и понимали, как устроен шлюз. Всего 11 на канале имени Москвы. И несколько находится в самом городе Москве. Это Зеленый Свой, Ужинский Жузы, частично мы их с вами посмотрим. 9-й Карабашево, 50-й 11-й находится в Нагатино. Таким образом получается некая путевая лестница. И благодаря тому, что были построены эти гидротехнические сооружения, теперь человек смотрит природу входит на этот Москве. Теперь с 1937-го, когда построили канал, Москва не поднимается на время сезонных изменений и не опускается. Наоборот, раз и навсегда уровень воды в Москве не поднялся выше, чем на метр, что благодаря различным навигациям не вывести заходы и на сезон Нагатина. Где метро колодец, вы знаете, может быть, там есть улица Судостроительная, куда сама ведет. Но судостроительный завод. Судостроительный завод несколько лет назад прекратил свое существование, однако до сих пор на нем помнит, потому что грузовики по продукции пищные недавно начали идти по Москве, до Москва, которые, возможно, мы даже сегодня увидим, но это не точно, потому что навигация официально еще не открыта. Соответственно, стали развиваться и учебные заведения. Техника водного транспорта, конечно, будет переименован в для Московского государственного техники водного транспорта, которого стало готовить специалистов. Вот лишний год, приход, а также те, кто будет обслуживать на суше. Порты будет обслуживать гидротехнические сооружения. Организация «Огромная гидропроект», вот это с правой стороны огромное здание сейчас с рекламой. Другой рассчитывал, когда все будет строиться. Но строили в лучшей степени заключенные. Строительство было понятно нужно всем, потому что Москва не могла решить эту проблему столетиями. Не за 5 лет она решила эту проблему раз и навсегда. Решила большой ценой, потому что в строительстве принимало участие. Множество людей, да, миллиона человек, и многие из них погибли прямо на стройке. 90% строящих были заключенные разными. Заключенные были в том числе и политические, кстати, от которых 50-е через 20-е десятилетия амнистировали. Официальная
большим кончиком, ближе к дальнейшим время, как будто кораблями этого маршрута. И то, как это на это практически все начало. Строительство с помощью Ус-30 ударных кругов, а далее с трудом, главным и уже был в строительстве главным давлением на гири Советского Союза до Московского канала и достойный первого Балтийский канал. Потом они строили друга на свой канал, который же после войны с Рублевской 52-й годы. И на всяких условиях принимали участие большое количество заключенных в последний срок. С той стороны, отличный лидер пытается различить не просто вопросы банка, но и средства лишнего. Здесь, между прочим, реки и скучного живут на огромные. Они такие хитрые есть. Я сам несколько раз видел, можно не обувь, как кормить от Бога, они тоже не откажутся. Название такое произошло в усадьбу с правой стороны, Покровская с Лишнего. Вообще здесь был сначала Покровский град, а деревня Владимирка называлась. А в дальнейшем с Лишнего, которые бронились с товарищей Ильиной Романовым, стали здесь селиться, явилась усадьба. Усадьба добралась, перестраивалась. Мы видим, как она сохранилась до нашего времени, в нашем мире нам продолжает реконструкция усадьбы в деревне. Собой само название тоже поменялось. Покровская явилась с Лишним. Было здесь село, здесь вот этот Покровский храм. Дальше фамилия Стрижнева тоже менялась. Управлялась Лидовым, Стрижневым, Покровской, Лидова, Стрижнева. Дальше прошло упрощение, мы стали называть просто Покровская и Стрижнева. Замещательный там сохранился, там сохранился, дали на реке Хим. Но в результате Химка, она бывает не река, откуда на это фамилия берется. Химка, значительная река Чебурка, именно Химка и Химка, а Химка, потому что раньше звали. Потому что еще листвы нету, и мы можем это все посмотреть. Видите, другой
представьте, что в этой месте на 4-километровом расстоянии перепад высоты реки, воды осуществляется на 36 метров. То есть за 4 километра река падает на 36 метров. Вот здесь с правой стороны мостик открыли. Кстати говоря, мы сейчас на этом мостике, наверное, остановимся. Он недавно на реконструкции был, я до сих пор не знал, открыт, не открыт. Да что вам повезло. Осенью мы ездили за крыльком. Ну что же, господа, проходим. Сейчас. Друзья, давайте чуть-чуть побыстрее выйдем, потому что здесь стоять на автобусе нельзя. И вообще нельзя. Осторожно, тут немножко.